Сегодня я с вами нахожусь в Кочташ. Решила посмотреть и показать вам картины, которые тут представлены из Стамбула. Всякие разные. Такие прайные сейчас очень модные, которые по отдельности, да, вешаются. Значит, три части. Ретро. Африка. Очень красивая, мне нравится. Медляна. Такой танец религиозный, можно так сказать. Идемте дальше. Для зубных щеток такая морская тематика с ракушечками, очень красиво. Ковры я вам покажу, искусственные шкурки, по какой цене. Так, что-то у меня глаза разбежались, я думала, в пределах 200 лир. Такие шкурочки. Детские шкурки здесь. Совушка. Девочка. Так, ладно, не нашла, что хотела, пойдем дальше. Такие стикеры на стены для деток, вот, они светятся. Очень разных цветочек. Прикольные. Разные есть. У нас вот такие звездочки нам подарили. В общем, картины, стикеры. Ну, обязательно, какая же Турция без текстиля. Вот такие цены я показываю вам в лирах. Расцветки на простыни и наборы. Здесь, например, набор теккишлик на одного. На односпальную кровать. Это тоже на односпальную. Это тоже на односпалке. Это красивое, я думаю. Девочковая часть для макияжа показываю цены на вот такие вот для помадок карандаши 15 лир, есть побольше, они тоже по ходу дела 15 лир. Вот такие коробочки уже для косметики идут 59. У меня косметики немного, я не фанат, поэтому я вот такую вот, наверное, выберу. А это одинарные идут большие по 19 лир. И тут весь такой стеллаж креативный. В таких коробочках для канцелярии. Разные коробочки. Со скидками тоже выставляют отдельно. Вот пишут форсат. Такие корзиночки. Сейчас со скидками. Есть вот такие велюровые красивые для ванны. Йок. Он обляет бана. В общем, ребята, советую снимать видео. Так как я сняла видео, я четко знала, что она стоит 24,99. Когда мне пробили ее на кассе, эту коробочку, я заплатила, согласно чеку, посмотрела, 34,99. Поэтому я вернулась и вернула себе 10 лир. Поэтому снимайте видео или фоткайте цены. Видите, как это помогает иногда не потратить денежки.